Чувствую, где находится нога правая. И ногу правую выставляем вперед. Начинаем на себя делать движение до упора и от себя. Можно дышать свободно, а можно соотносить с дыханием. Это носок на себя вдох, от себя выдох. Наши ноги связаны и с сердцем, и почками. И вот то, что мы сейчас будем делать, это для работы сердечной мышцы и почек. Будут активизироваться все биологически активные зоны на ступнях. И посредством этого все внутренние стяжки системы организма проработаются опосредованно. Теперь ступня вовнутрь, а потом постараться в боковой плоскости наружу. Ну, как получится. Здесь уже дышит свободно. Сейчас мы будем вращать наружу, получается, по часовой стрелке. И в другую сторону, вовнутрь, против часовой стрелки. И поменяем. Другая нога. На себя. От себя. Опять же, либо свободное дыхание, либо на себя вдох, от себя выдох. Спокойно дыша вовнутрь, наружу. И будем вращать наружу, получается, против часовой стрелки. Тщательно, за скоростью не гонимся. Вовнутрь. Нога правая. Пытаемся пальцы растопырить изо всей силы, а потом сжать в кулачок. И так чередуем. Попытка растопырить, попытка сжать. Меняем. Другая. Пробуем растопырить, пробуем сжать. Вот это в первую очередь для здоровья почек идет действие. Потому что в основании большого пальца, в небольшом углублении, находится проекционная зона почек. Можно с дыханием соотносить, можно как получается. Если с дыханием вдох, растопыривание, выдох, поджатие в кулачок. Этого достаточно. Правая на носочек, пятка вверху. И мы рукой продавливаем и не быстро доводим пятку до пола.
И левая приподнимается, но тоже с напряжением. Упираем, медленно ставим. Потом начинает правая приподниматься, но мы тоже это делаем медленно, не быстро. Все с напряжением. Дышим свободно. Так чередуется одна носочек, пятка к полу. Потом другая носочек, пятка к полу. Прикладываем, насколько получается, усилий во все это, чтобы было непросто. После очередного движения заканчиваем. Спинка ровная, руки упираются позади себя, чтобы спина ровно была. Находим себе ногу правую, приподнимаем носочек, делаем острым. 11 счетов. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, девять, десять, одиннадцать. Носочек на себя, 10 счетов. И раз, и два, четыре, и 5, 6, 7, 8. Есть. Мягко кладем. Берем под коленку. Чуть приподнимаем и немножко шевелим. Стремясь полностью расслабить ногу от пятки до коленки. И мягко ставим. Другая. Опять же спина ровная. Соответственно, нога левая. Перес. Носочек острый. Фиксируем. И раз, и два. 4, и 5, и 6, и 7, и 8, и 9, 10, 11. Носок на себя. 10 счетов. И 1, и 2, 4, и 5, и 6, и 7, 9, 10. Берем мягко. И покачиваем полностью, расслабляя. Ставим. Ноги делаем чуть-чуть шире. И плавным движением коленки совмещаем. Смотрим, совместились коленки. Отлично. Сейчас будем сопротивляться сами себе. Пытаемся потянуть с напряжением. Коленки сопротивляются. Теперь руки немножко поддаются, но тоже с усилием. Коленки расталкивают ладошки. И так еще 4 раза. Чтобы мышцы плечевого пояса работали. Груди, бедер и таза. Дышим свободно. А теперь руки изнутри. Совместили тыльные стороны кистей. И сопротивляясь ногами, но все-таки помогая немножко рукам в сторону. А потом коленки вовнутрь и руками сопротивляясь. Если правильно, то достаточно все тяжело. И микромышцы сводят. Еще разочка три. Ровненько. Руки замочек. Замочек на голову. Сейчас я немножечко отсяду, чтобы локоть у меня вмещался. Руки на голове, локти в стороны. По окошку потянулись сверху. Посмотреть на правый локоть, вернуть голову. На левый локоть, вернуть голову. Сложность в том, что надо постоянно макушку вытягивать вверх, сохраняя осанку. Либо дыхание свободное и естественное, либо в сторону выдох, на вдохе возвращаем. Этого достаточно теперь потихонечку вверх, потянуть из-за головы, подбородок до упора вниз, а руки до упора назад. И будет у нас счет до 21. И раз, и два, и три, и четыре,
и 6, и 7, и 8, и 9, и 10, и 1, и 2, 4, и 5, и 6, и 7, и 8. Вот, ситуация потихонечку вперед, пока не размыкаем. Смотрим, какой указательный палец вверху, и руки меняем по-другому делаем. Неудобный захват. Снова вверх. Снова подбородок вниз, руки назад и счет. И раз, и два, и три, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, и десять. И раз, и два, четыре, и пять, и шесть, и семь, девять, и двадцать, и двадцать. Один. Потихонечку. Раз. Руки в стороны, плечи назад, ладошки вперед. Пытаемся грудной отдел раскрыть и лопатки совместить еще до 11. И раз, и два, и 4, и 5, и 6, и 7, и 9, и 10, 11. Руки на коленке, голова подбородком вниз. Полностью свесить и почувствовать, где находится у нас правое плечо. Правое ухо в сторону правого плеча. Взгляд перед собой и потом по нижней дуге. Раз. Левое ухо к левому плечу. Похоже на то, что мы делали в начале, но здесь добавляется вытяжка уха к плечу. Дышим свободно. Потихонечку выходим на глубину своей подвижности. Сиденько. Ладошки закрываем, макушка тянемся вверх. Губами улыбаемся, наблюдаем за своим организмом, мы активизировали биологически активные точки ступней, поработали с ногами для здоровья почек и сердца, поработали с плечевым поясом, поработали с головой, еще раз улучшая состояние нашего мозга и всей нервной системы, и понаблюдали за тем, что происходит в организме, какие новые ощущения появились в нем сейчас. Глаза все еще закрыты. Мы пока еще только готовимся вернуться к своим естественным, привычным для тебя ощущениям. С новыми силами и возрастающим интересом последующей серии упражнений. Улыбаемся, глаза открываем.